Hey, приветствую, дорогие друзья, с вами Андрей, сегодня мы с вами посмотрим на игру под названием Neural Net. Быть может, она найдет отражение в вашем сердечке. Так. Какая-то, конечно, дичь, не знаю, о чем вообще игра. А, блин, я думал, геймпад будет работать. Нет. Хер там. А, очко. О! Изи, друзья. Просто изи. Ну, слушайте. Управление, как будто мы играем за Бухова. Вперед. Air start stop. Алло. Алло, блядь. Я сейчас ебану, дурачок. Как там, из чего, блядь, стрелял? Какой гов... Какая же хуйня? Если это не хуйня, то, блин, не знаю. Такого дерьма я не ожидал. Нет! Не крутись, тварь! Ну-н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 у! Пошел нахуй, в смысле? Как это? А как тут? А как тут? Нет! Нет! Правильно, иди мимо. Нет, блядь! Мимо. Сука, игра, блядь! Нет, блядь! Как перезаряжаться эту паращу? Я что, сейчас буду не перезаряженным вообще стоять? Нет, три патрона. Так. Нету ёбок. В смысле, дружочек. Нет, друг, мой милый, любимый друг. Но это говно как-то должно перезаряжаться. Что значит R? Что, серьезно? Вы не придумали кнопку для пик-зарядки? Или где, блядь, эта кнопка находится? На Марсе? В жопе Илона с маском? Не, вы что, серьезно? Друзья, я возьму всю хуйню. Я. Restart reload. Релодинг, так. Какое же это говно? Ну вроде бы. С этими стрелочками попроще управлять. А давай я тебя трахну, а? Такой хуйни я, друзья, в жизни не встречал. Ну что же, лучшая премия за самую уебищную перезарядку в видеоиграх получает... То, чего я название уже вспомнить не могу. Поздравляем, congratulations. И знаете, он подходит.
Я хочу поговорить свою маму! Потому что она выкинула меня очевидно, блять, в окно! Нееет! Ёб вашу мать! Нет, сука! Понял. Блять, какого хера? Что ты делаешь? Какое же ты говно? Лоу хп нихуя нет. Там пизда. А кто придумал? Ты типа... Игра с супер нестандартным управлением. Я стану гением! Бля, вот бы тебя носороги переехали, блять, в очко. А это еще и босс, скорее всего, да? Чего бы нет, там потом. Я готов. Это девушка, которая была на типа в обложке или как иначе. Как этим управлять? Как этим говном вообще что-то делать? Сука! О, ну конечно, конечно, мы пойдем на уровень. Почему нет? Ой, всего-то ты один гнида. Мне дали обойму? Это знаете, как бы типа обоймов, это знаете, вот как куча трицератопса из Юрского парка, ну, говна имеется в виду. Как бы вот ее насрали и положили туда обойму. И такой, слушай, друг, там обойма? Иди возьми, бля. У тебя проблемы. Я ж в жизнь, блядь, не перезаряжу. Так. Сюда, туда, сюда, туда, сюда, туда. Изи, изи, говна. Блядь! Сюда, на. Не, ну, бля. Сука, ты чё думаешь, блядь? Да я, блядь, соус-лайки, нахуй, нюхал. Звучит, как будто бы клей какой-то. Изи, изи, изи. А можно эту игру нахуй послать? Почему-то у меня такое желание возникло, а у вас нет? Серьезно, можно перезрелиться и эту тварь не сагрить? God damn! Ну все, видите, друзья, я выяснил. Как насосать? Можно ты меня уже пригорюнешь? Ладно, пойдем к нему навстречу. Да как ты агришься, тварь? Сюда, туда, сюда, назад, сюда, назад. Хари, так, туда, сюда, туда. Понятно, конечно, блять, конечно. Сука, идеальная игра для любителей соус-лайков. Мне кажется, серьезно. Вот, про люди жалуют, что на самом деле босс это там легкий, там вся хуйня. Сыграйте вот в это вот. Я даже названием не буду говорить. Не хватило! Ёбаный! Мы не материмся. Легкая перезарядочка на скиллушечке. А теперь, петушня, когда я вот так вот целюсь, ты, конечно же, ничего не сделаешь, да? Давай. Пиздец. Он дал.
как я и заказывал. Можно выключить? Эта музыка, она просто пиздец вымораживает. Что ж, друзья, на этом всем спасибо. Думаю, мы на сегодня закончим знакомство с этой игрой. Первый взгляд вышел, по-моему, великолепный. Мы угодили в черную, так сказать, трубу, в которой пахло несвежим шоколадом. Облизываться не советую, потому что, как мне водится, труба эта выведет нас в белогранитное пространство, где мы, так сказать, попадем в очень быструю реку. Вам всем, друзья, желаю счастья, здоровья. Любите себя. Любите своих близких. Любите людей иногда вокруг вас. Но если он сделал neural rot, дайте ему чуть-чуть пизды. Всем пока-пока.